Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy J5 включить таймер камеры. Для этого в первую очередь открываем нашу камеру. Затем видим здесь в верхней панельке 5 кнопочек. И средняя из них — это у нас таймер. Можем установить его на 2, на 5 или же на 10 секунд. Давайте установим на 2 и попробуем сделать фото. И как вы могли заметить, таймер сработал. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.